Это дежурная группа, мы на улице Робеспьера, и здесь царит праздничная атмосфера. Все потому, что полицейские приехали в преддверии Дня Победы с оркестром, с песнями военных лет поздравить ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Шпагина, которому, к слову, в этом году исполнилось ровно 100 лет. День Победы, как он был от нас далек, как костры потушен таял удалек. На войне ветеран воевал на Северокавказском и Первом украинском фронтах, участвовал в битве за Москву и награжден орденами Красной Звезды и орденами Отечественной войны первой и второй степени. Ну а после войны Иван Алексеевич работал в оперативном отделе УВД Красноярского края. Такие концерты стали уже доброй традицией для красноярских полицейских и не оставляют никого равнодушным. Машины видите какие? Спасал нас. Вот на таких ретро-автомобилей 49-го года им строили небольшой автопробег. Сейчас полицейские поедут поздравлять ветеранов дальше, а я передаю слово коллегам, что у вас. Мы в парке Гагарина, постепенно город наполняется праздничным настроением, как и наши эфиры. Мы сегодня на акции «Сад памяти». Это место, где красноярские семьи сегодня будут высаживать деревья в честь очередной годовщины Победы. Чью память вы сегодня хотите почтить? Память своих родных, которые защитили нас. Честь военных людей, которые смогли избавить нас от войны, от этого всего. Нас нет уже никого в живых и некому нашим рассказывать. К сожалению, мы ничего такого не знаем. Просто это будет наше семейное такое дерево. А если войдете во вкус, где бы еще посадили? Во дворе, наверное, где-нибудь у нас, около подъезда. Младшие участники акции признают, что о тех временах знают уже не слишком много, однако очень нравится всем сама атмосфера праздника 9 мая. И есть идеи даже, как еще можно отметить эту дату. Лучше прийти в гости и поздравить. Цветы можно подарить, в гости сходить, поздравлять с Днем Победы. Мы дисциплинированные, посадили, надо вырастить, чтобы были вот такие большие. И внукам накажем, чтобы приходили. Вот специально привели их сюда, чтобы они это увидели, запомнили. Обязательно будут приходить они с нами, потом, может, со своими детьми. Итак, каждая семья сегодня взяла на себя ответственность за свой саженец. Люди говорят, что собираются вырастить примерно вот до таких размеров каждое свое дерево. Ну, а мы передаем слово дальше. Посетители ЖД вокзала Красноярска могут почувствовать себя бойцами Красной Армии. Здесь вплоть до 9 мая работает фотолокация. Вот такое оружие, бутафорское, к счастью. За историческую достоверность не отвечаю всего, что здесь есть, но атмосферу бытового военного времени вполне передает. Здравствуйте, да. Что вы делаете? Я делаю селфи. Что значит селфи? Ну, с помощью фотоаппарата сам себя фотографирую. Очень прекрасная фотозона, я очень рад, что открылась здесь. Я уже на подобное второй раз здесь. Увидел в новостях, что открылась здесь фотозона, решил ее посетить. Так, и какой у вас план, сколько вы собираетесь фотографий сделать? Еще минут 5 и закончу. А для чего? Ну, я просто люблю посещать подобные места, театры, музеи и прочие выставки. Хобби такое. Ну а вот это оружие выглядит настоящим, тяжелое, металлическое. Подобные экспозиции есть еще на станции Чернореченская и на ЖД вокзале в Абакане. Ну а завтра в 10:30 утра от железнодорожного вокзала Красноярск отправится еще и праздничная электричка, где артисты выступят с концертом к 9 мая. Она идет от станции Красноярск до Качи. Если вам по пути, присоединяйтесь, и всех с наступающим праздником, с 9 мая. Это была дежурная группа «Новости Прима».